А что ты делал? Не, этим дал. Пусть ходит, блин, в кимоно. Сейчас даст кимоно, все, они так больше никогда не купят, блин. Что такое было? Да? Не хочется. Сейчас я подойду. Давай, Артем, давай. Сереженька, выше ручку возьми, пожалуйста. Так, если не открывается, значит закончилось. Надо. Хорошо, высокий партер. Ногами. Два, три, четыре, пять, шесть. Махи семь. Махи восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Другой ногой. Пошли. Раз, два, три, четыре. 5, а вы стоите 6, 7, 8, 9, 10,
Хорошо, ставлю шпагат, я 30 секунд считаю. Пожалуйста. Встали шпагат. Пошли. Раз. Два. Шпагат. Три. Четыре. А вы берете с тренера пример. Пять. Шесть. С мешка. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Стоим. 13 я фиксирую, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, до 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40 мате. Хуже чувство это только когда в этот понос троллейбуса. Я сижу и прислушиваюсь. Чувствую, что приплыл. Блин, говорю, Маша, стоять! Стоять! И в посадку туда рванул. Стоять. Так, ушли все, сели сюда. Так, вот эта пара пастухов и бурдужа. Бурдужа высокий партер. Вот туда, в центру. Центру. Пастухов, пожалуйста, покажи. Туда головой, Влад, Влад, туда головой, туда. Болевой садясь. Болевой. Болевой, что-то там у тебя какие-то. Этот, подожди, подожди, нет, болевой, встань на него, сядь на него сверху. Сделай болевой, садясь назад. Раз, ручку, хоп. Вот так, еще раз. Еще раз. Пацаны, смотрите, пожалуйста, за красным, за Владом. Пожалуйста, еще раз. Раз, видите, он вот там руку убирает, и в замок. Еще раз, еще раз. Пожалуйста, раз, оп, и еще раз. Хорошо, этот болевой кувырком вперед. Отсюда забрал ручку, перенес ногу и оп. Нет, ты пошел через голову, а ты руку со стороны головы должен выставить еще раз. Получается кувырок в бок немножко через плечо. Взял, одной рукой держишь. Георгис, видишь? Раз, вот эту руку выставляешь и через плечо. В другую сторону. Во-во-во-во-во-во. Оп. Ваша задача, пацаны, высокий партер. Еще раз. Развернись, Георгий. Давай. Раз. Георгий, смотришь? Для тебя показывает. Еще раз. Георгий, для тебя. Смотришь? Давай. Так. Теперь пастухов высокий партер. Пастухов, да. Сядь на него сверху. Сразу возьми рукой под этот самый, заодно удушающий. Пропусти руку. Нет. Сверху. Так, теперь ты разворачиваешься ко мне задницей туда лицом. Нет, ногу не убирай. Разворачиваешься, кувырок туда делаешь. Захватом за ногу. Да. Оп. И удушение. Еще раз. Пастухов смотрит. Мальчики, смотрите, потому что это вы тоже должны будете делать. Раз. Два. Еще раз. Лицом к Георгию встань, пожалуйста. Нет, пастухов, лицом к Георгию. Георгий, смотришь? Значит, раз. Оп. И перешел. Значит так, Игорь. Да. Игорь идет к Владу. Вы будете работать сейчас вдвоем. Да. Вот три человека. Раз, два, три. Подходите сюда, одевайте кимоно. Георгий, ты берешь одного. Сережа второго, а Пастухов третьего.
И вы делаете им сначала три раза болевой вправо, потом, да, три влево, потом кувырком вперед. Нет, 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 вот там. Это Сергей Анатольевич. Пастухов взял пацана любого, научил одевать пояс. Георгий? Нет. Взял пацана молодого. Сережа взял пацана молодого. Да. Научил, научи их пояса одевать. Так, Пастухов туда. Пастухов туда. Сережа сюда. Сюда. Георгий там. Вы вдвоем туда ушли. Вышли туда вдвоем. Сереженька, садись. Георгий, одного забрал себе, любого. Пастухов, одного любого. Сережа, одного любого. Сережа, его. Серый. Показываешь им высокий... Артем, он ничего пока не знает. Но он хочет у тебя выиграть. Получится, не знаю. Артем, поставишь высокий партер. Аккуратно сделаешь. Пацаны, смотрите внимательно, потому что будете потом сами делать. Мы сейчас им делаем, да? Вы только им делаете. Вы делаете им. Не они вам, а вы им. Болевой, да? Болевой назад, вправо-влево, болевой кувырком вперед, а потом удушающий. Пастухов, не садись, раздавишь пацана. Ему еще бакалавр сдавать. Руки, руки, руки. Пастухов, ты будешь с Георгием бороться сейчас. Делай вправо, да, показал чуть-чуть, делай вправо, делай влево, делай так, делай так. Ну почему не работает, блин, на канале? Давай отрабатывай. По три раза и меняетесь. Сели они. Пошел. Три раза этот, три раза один прием, три раза второй, ты третий, а потом меняетесь. Вперед, пять минут. Что такое, блин? Неправильно будете делать, мало вам будет слаги делать. Они? А зачем им? А, ну, это делаешь.
Да, пятеру можно брать. Еще раз. Ну и вот, когда хлопай, кричи «Валеру!» Игорек, ты делаешь или чем занимаешься? Тебе уже второе замечание. Сержик, Сержик, минута осталась. Жестко держи, а то в лицо ударишь ногой. Сережик, ты жестко руку держи, прихватывай. Эту? Да, а то если он может уйти чуть-чуть, и в лицо попадешь. Так, Мате. Мате. Поменялись, молодежь делает. Сержик. Сейчас ты с ним поборешься, Серега. Не балуйся, а то сейчас. Поменялись. 2 минуты. А ты? Вместо тебя нет, у меня больше. А, я проходил, там у меня не работает. Вот. Я что, денег нет? Нет. Ну, придет чуть попозже. Что? Нет, он будет звонить или не знать. А почему нет? Как будто это убыстрит. Не-н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 е. Еще раз. Георгий, высокий партер. Завтра салага пойдет гонка. Гонка?
Пастухов выйди. Сейчас я смею. Нет. Спали за дерево. Верю. А ты почему на место не ставишь? Почему я потом убирать должен? Возьми, возьми. Но убери. Вытащи сюда его. Ну то это. Ты же, блин, ходил на боевой сам. Там, где руки бьют, мочат. Ну, ну. Так, иди, иди назад, назад. Я пошел, фиксажки. Вот, фиксажи. Все. Молодец. Думаешь, поможет? Ну, что болит, интересно. Этот. А как звать? А как тебя звать? Спрашиваешь, а тренер должен тебе кимоно. Нет, до соревнования точно куплю. Вы слышали, пацаны? Скажи громче. До соревнования точно куплю. Все на колени вот сюда вставлю. Кимоно до соревнования точно куплю. Слышали? Записано. А он его уже, наверное, ешь. Да, он даже не хочет пачкать. Хаджимен! Влад, ты сядешь, Серега сверху сядет. Вы как вы? Вот так, молодец. Вот молодец, Игорек. А Игорь, ты сверху. Без удушающих и болевых.
Еще раз, одну руку не тянуть и ноги в стороны тоже. А то один за одну ногу, другой за другую. Туда. И против позвоночника. Георгий, ты туда. Пастухов, сюда. Пацаны, знаете что? Нельзя брать за носки, они грязные. Шорты вонючие. Значит, только за куртку. Постараться положить на живот его, а потом взять ногу руку и перевернуть на спину. Он будет только защищаться. Значит, посмотрите, что не надо делать. То есть захватить, скручивать руку как бы назад. Значит, взять за локоть и потащить. Будьте аккуратны, он может на вас повернуться резко, чтобы не ударить. И сами старайтесь как бы в одну сторону повернуть. То есть отсаживаем сколько за руку, то есть руки могут. То есть вы должны его положить на лопатку. Да? И чтобы он был на лопатку. А того, что ты, они будут тебя между ног, это не считается. Вы втроем. Вперед. Приготовились? Ложись. А я низкий парк. Низкий парк. Только смотрите внимательно. Если я сразу кричу, сразу его останавливаю. Сразу не перестаю делать. Вы готовы? Итак, начинаем! Начинаем. Задача перевернуть. Вам дается... Минута. Он может держать. Все, Сергей Анатольевич. Сейчас, сейчас. Данил. Нет, Сережа, Сережа. Да. Нет, подожди. Влад, эта камера сюда. А вторая камера сюда. А остальная эта камера. Там нужно убрать. Там бои там были. Со шлёвочки, щитами. Рейс, походи. Это нужно так. Вдруг. Я тут есть. Это не грабли. А ты сам не знал. Да, вы готовы? Я забрал. Он брат.
шею, как час урок? А? Урок по 45 минут, 12. Да, 4 урока у 12 класса. Потом они их отпускают, чтобы они готовились, они занимаются непонятно чем. Я готовлю. Ты готовишься? Да. Молодец, умница. А эти не готовятся. Еще есть две. О! Матея сняли куртки. Вот сюда поставили. Сколько там человек, Саша, собрал? Человек 20 собрал? Нет, маленький был человек 5. На рисунке, а сколько там? Ну, у него там было, все соберутся, я говорю. Они же бесплатно не хотят. Знаешь так, Георгий, туда на свое место. Бурдужа, туда. Сережа, сюда. А, мальчики, вот вы вдвоем, О, даже нет. Кто был? Так, ты же Сережа. Вы здесь, вот здесь будет. Этот самый, Бурдужа, туда. Вот. Стали. Значит, боритесь на руках. Задача закрутить. Идите сюда ко мне, вот сюда, центр, пожалуйста. Сейчас я вам объясню, вот и вас тоже обучу. Потому что тяжело, когда 4 года ходят. Один тяжело просто, чтобы вас не травмировать еще, чтобы вам понравилось еще, чтобы вы потом после 9 класса сказали, ой, блин, как ЗИДО так классно. Нет, чтобы вы сказали так. Нет, ЗИДО это говорит не для мужчин. Девушка говорит, 8 лет самбо занималась и говорит, нет, самбо это не для женщин, я пойду на боевое самбо. Так, работаем на руках. Работаем на руках. Переодевайся, пояс бери сразу сюда, на экзекуцию. Борется на руках. Борется на руках. Георгий, борется на руках. Хаджи. Посмотрите. Стоять надо прямо. Захватить руку. Поднимай. Георгий, цени торс. Только торс. Не руку и туловище, а только торс. Смотрите. Получается, что вот как вы, вы должны как бы одну ручку сюда пропустить, видите, пальчиком, да? Просто вы пропустить, одну пропустить, вторую пропустить, одну пропустить, вторую пропустить. Это раз, шагаете ногой одной как бы между ног, в то же время стараетесь о, захватить противника за туловище. Значит, вы помните, да? Так, вот баба, вот берешь на пятницу, вы идете там будете. Два брата, да. Смотрите, как будто они ударили. Без бросков. Да. Иди сюда. Так, как себя зовут? Марио. Вы, Серега и Петр, начинайте, а потом мне Марио сопроводите. Отлично. Головой не мотать. Не прыгать, не бегать. Thank you.
Ничего тебе редить, кубок не спорти. Все, все работают, блядь. И сразу. Если не кушаешь, можно на чем будет. Кто с тобой? Я.
Игорек, только не поднимай его. Не поднимай, Игорек. Не поднимай, а то не спинка слабая. Не бросайте, чтобы не удавиться. Знаешь, есть такой сыр, сырный, Юрий Спонсор, ДПР. Вот и похож. Есть такой сырный, Юрий Спонсор, ДПР. Нет, ну а что, не смотришь? Не смотришь? Кто это? Разбирайся, 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 разбирайся. Сначала коммунист, потом наоборот перешел, а сейчас уже и коммунист. Есть пыль, есть пыль, салют коммунист. Таким видом, блин. Сначала уроки берет. Пойдите. Как мне нету, блин. Пыли. А можно я сберу? Нет. Почему? Матвей! Матвей! Сережа Георгия. Влад отдыхает. Георгий жив? Да. Еще жив, опять будет бороться. Да. Пять. Юлиан. Сережа Георгия. К Игорю. А ты садишься отдыхать. А, ты не устал? Кто у меня? Да, я не устал. Влад, давай. Игорёк, Игорёк, пожалуйста, не поднимай. Да. Захватил за стулы, и все. Сейчас я вот буду бить. Хаджи! Не давай всем отдыхать. Не давай Георгию отдыхать. Георгий? Потому что вы другой. Вот они. Я у него там лишь подняли, я сразу сам. Я просто Yeah.
вопрос.